Полностью затопило. Что, почему вы затопило набережную? Подскажите, что произошло? Почему набережную затопило? Вон он, человек, который его трубы, его это, его... Так он ушел, не общается. Это что, Азовсталь, получается, не хочет комментировать? Я бы комментировал, но я не знаю. А когда вы узнали, что... Ну вот, как давно уже прорвали трубы? Уже начала вода сходить, за нас вызвали. На трамвай, который стоит. Это все с завода. Ну, мы Петрошовы. Ну, ничего из вашего хозяйства не повредилось? Ну, вот, надо забрать его. Нам, может, движки по... залило, может. Надо на буксире забрать депо. Отходим от своих рельс. Вот, наши рельсы затопили. И докуда такая вот вода простирает? 300. На левый берег ничего не ходит. Мы зарплату, наверное, задержат, наверное. Денег же не хватает, бюджет. А кто может дать? Есть руководство, которое это делает. Но эта труба, на каком она хотя бы участке прорвала? Само собой произошло? Это труба. Получился пар. И из-за чего? Давление высокое подали? Сейчас уберем воду. И принимаете меры, чтобы вода быстрее сошла с рельс. Кто будет подключен, кроме вот работников предприятия? Пожарная часть будет откачивать. И помощь показывает еще горводоканал. А какие она бочки пригонит? Сколько бочек? Насосы. Сколько насосов вам надо будет? Я пока не знаю. Я не знаю. Есть руководство, которое не будет вам открыть. Давнику нам мы выезжаем, когда вот сильные дожди, например, осадки, забиты ливневки, то мы одеваемся, обуваемся, выезжаем. Ваши ливневки сами чистим, чтобы движение не стояло. Поэтому специально развернули, сейчас вода сойдет, засыплю вагон и повезу в депо. Сколько примерно, как вы считаете, сантиметров здесь? Ну, здесь сантиметров 15. Сейчас сольют, почистят, поедем. Ну, еще просохнуть же должны рельсы, да? Нет, сохнуть не надо, лишь бы вода сошла. Потому что по инструкции выше 10 сантиметров уровень воды нам двигаться нельзя. Это, конечно...